Это моё, всё моё, всё моё, всё моё, 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 мой город. Потом ты живёшь вот так вот в городе ночном. Потом ты живёшь вот так вот в городе большом. Потом ты живёшь в городе в России или где-нибудь на Новосибирске, или ещё вот так вот где-нибудь. Живёшь ты в городе и думаешь, что всё нормально, пока люди все легковые для тебя. Ты можешь работать бесконечно, зарабатывать деньги, а люди все живут спокойно. Город или село, деревня, Москва, Россия, страна. Наша самая большая, ты живешь в городе, не задумывайся ни о чем. Живешь в люксусе, в комфорте, с квартирой, хрущевки, но наедешь на автомобиле, не боясь, что дороги, которые есть, поцарапают его слишком сильно. Что же с этим делать, люди, как же жить? Что же с этим делать, люди, как же быть? И я потом читаю это мнение мое. У нас в стране свобода слова, не то, что у них. И я потом опять же повторюсь, что все вот так вот в жопе у нас не боюсь. В городе живу, у, в городе живу, у, в городе живу, у, в городе живу, у, в городе живу. В городе живу.